Ну вот, что у нас с вами получилось после колки ассорти. Ой, какая красота. Я все собрала в один контейнер, и сейчас мы будем с вами заливать. И подготавливать эту смесь, делать будем для печенья такого ассорти. Воды перелила, но ничего страшного, она растворится и как раз получится то, что нужно. Ну, конечно, цвет красный сердце и узбечки розовый, еще тут аметист, перебивает сразу все, получится не такого бордового оттенка. И все, вот так залили и оставляем где-то на часок, на полтора, чтобы это все растворилось. Как масса дойдет, я вам покажу, и будем с вами лепить. Итак, масса наша простояла сутки. Вот она уже превратилась в нужную мне консистенцию. Я лепить с нее будет одно удовольствие. Так. Видите, она как должна? Она должна отходить от стенок, от всего. Теперь мы отщипываем. Смотрите, буйство красок. То есть она приобрела форму пластилина. И теперь мы будем легко с нее формировать то, что нам нужно. Вы можете любую форму придавать. То есть она вот настолько пластичная, ну как пластилин. Вот кто лепил с пластилина, вот то же самое. Вот такие мы сейчас сделаем батончики. Шприца у меня не оказалось дома. То, что будем такие вот батончики делать. Лепится все очень легко и просто. Но чувствую, что они будут плотненькие. Очень тугая масса получилась. Здесь как ваша фантазия, как говорится. С нее лепить можно все, что угодно. Видите, практически даже не прилипает к перчаткам. Медальончики. Давайте квадратик сделаем. Аметист вылазит. Аметист, голубая узбечка. Видите? Ага, тут даже не растворилась голубая узбечка не до конца. Вроде перемешивала хорошо, но почему она так вот? Вот теперь ее отодрать, конечно, очень-очень плотная. Ну и так мы с вами лепим. Кто какую форму любит, тот такую форму себе может и сделать. Так что вот так. Сейчас пуговок не делаем.
Меня просили еще сделать печенье из всех видов Туркестана. Сделаем. Выходные, наверное, скорее всего, сделаем. Смотрите, какая красота. Красота же. Прелесть какая. Одно удовольствие вот с такой массой лепить. Я посильнее прижимаю, чтобы она поплотнее они были. Все, выкладываем. Получится много. Придется искать еще какую-нибудь удобную крышечку. Вот так. Красота. От маленького до большого, так сказать. Ой, а вот это вот уже, видите, оно ломается прям. Уже пересохло. Нет, с этого куска нереально будет слепить что-либо. Он пересох. Если я чувствую где-то очень жесткие комочки, я их откладываю, потому что с них уже лепить невозможно. Они очень жесткие. Цифры можно уже вылепить. Все что угодно. И кого угодно. Мне кажется, даже слоями можно будет торты делать. Слой с красной, слой с Туркестана, с узбечки. Кстати, хорошая идея, надо попробовать. А вдруг получится? Раскатываться он будет, конечно, идеально. Вот такие вот красавчики у нас получаются. Ну, когда это все высохнет, мы будем пробовать. Все легко и просто. Прям просится, чтобы его квадратным сделали. Ну, сделаем так. Прямоугольный. Так, это мы оставляем. Вот столько у нас с вами получилось. Разных форм. Сейчас я их разложу так, чтобы они поплотнее лежали, так сказать, друг к другу. Все, как высохнет, будем дегустировать. Вот печенки наши высохли. Такие они у нас получились. Разноцветные. Такие конфетки, такие.
Ну что, давайте пробовать. Давайте вот с этого маленького начнем. Угу. Достаточно плотные. Получились плотные. Залипашки. Такие круглые вообще плотные. Прям с усилием откусываются. Солененькие. Угу. Сейчас еще вот такое попробуем. Вкус голубой узбечки. Такой земельно пыльный с солью. И есть немного печного привкуса. Вот такие у нас печенки с вами получились. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.